Ребят, всем привет, канал «Деревенские будни» с Александром. Сейчас растоплю печь, потом пойдем погуляем с Герой. И по плану у меня на сегодня убрать несколько молодых петухов. Так, они уже выросли, все равно толку от них никакого. Потом покажу, какого помощника мы приобрели себе по хозяйству. Это уже немножко позже. Идем с Герой на прогулку. Сегодня решил, что пойдем не так, как обычно, а немножко в другом направлении. Плюс хочу посмотреть, там росла кукуруза. Ее, возможно, уже убрали. И, может, валяется что-нибудь. Заеду, соберу, для кроликов будет. Это нужно вот туда, за деревню. Вот тут вот рядом тоже было. А там подальше большой участок. Смотрим. Сейчас зайдем, посмотрим. Тоже он есть, можно будет пособирать. Гер, заходи. Я думаю, тут уже местные жители пособирали. Гера, не тяни меня. Тянет уже вообще невозможно. О, лежит. Потом соберу. Меня больше интересует вот то поле, которое за деревней. Там оно большое. Должно быть много кукурузы. Хотя и тут есть тоже неплохо. Гера. Гера. Тянет уже вообще сильно. Не удержать. Гере уже где-то через 4 дня будет 9 месяцев. И вес у нее уже где-то в районе 50 килограмм. Пойдем туда. Сейчас уже я ее отпущу. Здесь я еще ни разу не ходил, первый раз. Вот я помню, что вот там была кукуруза. Не знаю, это сейчас какое-то поле просто. Ну, видимо, я был с той стороны. Может, оно как-то поделено. А может, она там вот и растет. Что-то вдали видно. Вот, ребят, Гера не видит. Возможно, вы тоже. Вон, видно. Это... Лиса сейчас стоит. Только что она из канавы вышла. Все, побежала. Вот, и это поле с кукурузой. Все убрали. Можно уже ехать. Все равно еще много лежит. Вот, хорошая. Так что сегодня обязательно заеду. Потому что скоро передают дожди, потом она попортится. Брали, видимо, не так давно.
Нужно только найти, куда и заезжать. Так есть, если походить-то. Можно насобирать немножко. Валяется. Ко мне. Пойдем. Гера, вот мостик впереди. Пойдем, пойдем. Возвращаемся уже домой. Вот, перелезла все равно. Я уже пойду на мостик. Гера, иди сюда. Ко мне, Гер. Ко мне. Все, набегалась. Никого не поймала. Никого и не видела. Я только лесу видел. Ей не до этого. Вот по дороге встретили утку с утятами. Гера, нельзя. Еще такие маленькие. Уже поздно, им холодно будет. Недавно вывелись. Нельзя, Герка. Там котик сидит. Маленькие. Гера, кота заметила. Нельзя. Конечно, если я ее отпущу, то она их задавит. Не с целью убить, но поиграть. Пойдем. Пойдем. Прогуляемся. Гера нашла себе друга. Правда, он намного меньше. Гера-то. Лежать, Гера. Лежать. Все, пойдем. Пойдем, Герка. Пойдем. Пойдем. Все, хватит. Пойдем, Гера, домой. Домой. Домой, Гера. Пошли.
останется еще несколько раз помыть и будем готовы. Ребят, в начале ролика рассказывал, что у нас появился помощник по хозяйству. Ну и сейчас я его покажу. Вот это такой микроавтобус, на котором я сейчас могу перевозить зерно, комбикорм, ну и вообще все, что необходимо. Год выпуска у этого микроавтобуса 1986, как и у меня. В таком красном цвете. Объем 2,4, дизель. Расход, конечно, у него большой, но не так часто я на нем буду ездить. В принципе, неплохо. Вот и сейчас пособираю кукурузу, загружу и поедем. Хотел изначально ехать на другое поле, вот куда с Герой ходили, но там перепахали. Ну, нашел. Уже ехал туда, но по пути нашел вот это. Вот такой помощник у нас появился. Надеюсь, будет служить верой и правдой. Так, пока особых нюансов не замечал. Конечно, это не новый автомобиль. Есть свои минусы. Но в целом, за те деньги, которые я купил, очень даже неплохо. Сейчас вот покажу по салону немножко, как он выглядит. Все, что в автомобиле есть, все горит, моргает. Все работает. Вот даже магнитола есть, она была уже. Осталось это две колоночки. Ну, тут несколько сидений и багажная дверь. Дополнительно из опций вот есть такой столик. Он тут откручивается, опускается, если нужно. И сейчас найду где-то вот кнопочка. По периметру зажигаются огоньки. Хорошо. Где-то если на природу ехать, на рыбалку, то вот хорошо потом сидеть. Сидушки практически разлаживаются. Можно либо поставить раскладушку, либо спать уже на сидении. Очень будет удобно, потому как на рыбалку я ездить очень люблю. И, учитывая его возможности, это будет очень даже интересно. Вот тут взял ведро, пару мешков. Конечно, нужно будет в ближайшее время, планирую поменять масло, фильтры, ну, все, что необходимо, и почистить бензобак. Три мешка удалось собрать. И вот такое ведерко. Можно было намного больше, но много времени уходит. Сейчас дни короткие. Темнеет рано. Сейчас еще кормит животных. Гера там все ищет кого-то. Последние три недели куры уже совсем не неслись, но вот вчера и сегодня снесли по одному яйцу. У них был период, когда они линяли, он уже прошел, то я думаю, что сейчас начнут нестись обратно.
Вот. В рационе уже добавилась кукуруза. И купил еще комбикорм для несушек. Я думаю, должно помочь, и они опять занесутся. Мне много не нужно, хотя бы так, чтобы для себя было. Хотя летом была возможность и продавать кое-что. Вот осталось тут, наверное, 3 или 4 петуха. Их тоже скоро уберу. Я себе возьму уже со стороны другого. И я уже на следующий год не буду закладывать яйца в инкубатор. Потому как из того, что вышло половина петухов, все равно, ну, для еды они слишком худые, так что-то можно приготовить, но не очень. Поэтому буду просто покупать уже курочек подрощенных, 5-10 штук, и все. Ну, плюс вот мои останутся, старых тоже со временем буду убирать уже, я раньше рассказывал. Молодые пока побудут. Сейчас я их кормлю комбикорм, ячмень, овес и вот кукуруза. Утром одно яйцо забирал, сейчас посмотрю, будет ли еще что-нибудь. Нет, больше нету. Что там? Соседи приехали. Гера побежала их встречать. Уток в рационе все то же самое, за исключением комбикорма для несушек. Бояться. Подошел к концу мой сегодняшний день. Кому было интересно, следите за видео. Если кто хочет, подписывайтесь на канал. Всем мира, всем добра, всем пока, а я домой.